сделано. Джоветович. Затем проиграл Давиду Ферреро. Блестяще. Это чувство мяча. Здорово, молодец, Денис. Вот на этой красной грязи, как ее называют некоторые. Да, подозрительно легко еще. К сетке уйти с такого мяча тоже опасно. Бернард провоцирует все время. Ну и здесь должно быть наказание, конечно. Великолепно. Хорошо, надо было чуть прибавить здесь в темпе. Его. Надежно в первую очередь действовал Истомин и взял. Тройной сет. Что придумал, а, Бернард? Какой удар смастил. Не так просто Томич, конечно. Так что Томич в какой-то момент отстал. Был отцеплен.
Хорошо, хорошо. Здорово. Но. И эйс. Несвойственную для него грубую ошибку допустил. Поинтов на подаче австралийца не было. Каких-то напряженных геймов. Чтобы... Во втором сете в матче с Рохусом ведет сейчас испанец 4-2. Но первый сет, напомню, достался бельгийцу 6-4. Да, Денис выходил. Да. И очередной. Окончательно увяз в игре соперника. Да, Денис Истомин позволил себе лишнего в этом матче, но...